Развязанная Путиным полномасштабная война России против Украины вызвала волну эмиграции из Федерации. По оценкам Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы, за первые недели после 24 февраля страну покинуло около 150 тысяч граждан. Причина – неприятие военной агрессии. Очевидно, что новые эмигранты отличаются от уехавших в предыдущие годы по ряду признаков. Во-первых, по характеру эмиграции. Было желание переехать в другую страну, стало стремление уехать из России. Согласно исследованиям, эмигрировавшие до 2014 года называли Россию как одну из стран возможного выбора в зависимости от карьерных перспектив. С 2014 года до 24 февраля 2022 в Россию хотели приезжать с разными целями, но преимущественно на время. Сегодня в Россию стоит возвращаться только после окончания боевых действий. Любовь Барусяк, социолог, преподаватель Свободного университета для издания «Холод». Те, кто осуждают агрессивную политику Кремля, но остаются в России, согласно социологическим исследованиям, рассчитывали на то, что смогут выражать свои политические взгляды и участвовать в мирных протестах. Однако массовые путинские репрессии и беззаконие силовиков обнулили эти планы. Если говорить о том, кто все-таки публично выступает, то это прежде всего на такие категории. Все-таки это матери отправленных на фронт. Вторая категория – это студенты, молодежь. Это тоже достаточно большая категория. Все остальные категории, которые, так сказать, настроены против войны, эти люди в основном уехали. Это тот миллион, который уехал после 21 сентября, после объявления мобилизации, ну и те люди, которые уехали до этого. В сентябре после объявления Путиным мобилизации началась новая и гораздо более массовая волна эмиграции. Осознание того, что можно умереть из-за чьих-то амбиций, вызвало протест даже среди тех, кто ранее поддерживал военные действия, рассказывают правозащитники. У нас на сегодняшний день ситуация такая, что общество расколото. И есть часть населения, я начну вот с самого такого болезненного, да, часть населения, которая полностью обучена этой путинской пропагандой, которую можно сравнить там с геббельсовской. И они правда, реально, как бараны, идут в эту пьяную мясорубку, дают свой голос матери, тех военных, ну, тех людей, которые оказались, например, на фронте, и уже оказавшись на фронте, они осознали, во что они вляпались. И они начинают этому сопротивляться, они начинают объединяться для того, чтобы требовать от Путина прекращения мобилизации, возврата их близких с войны. Трансформация в сознании россиян происходит, уверены эксперты. Поддержка гражданами правящего тоталитарного режима в России снижается, в то время как количество противников российско-украинской войны растет, считают социологи. Все отвратительно, война отвратительна, Путин отвратителен, против всего этого, естественно. Конечно, это трагедия. Не переживайте. Трагедия для всех. Я против убийства людей. Осуждение войны и рост страха перед репрессиями. По оценкам социологов, страхи, которые озвучивали россияне в марте, например, закрытие границ, теперь практически не фигурируют среди ответов. Люди также почти не опасаются нищеты, голода и безработицы. Больше всего боятся именно репрессий Кремля. Юлия Грановская для телеканала Freedom.